Вот улочка, главная улочка города Святого Себастьяна, столицы острова Лагомера. Тут есть разные интересные вещи. Например, есть дом Колумба, в котором потрясающая выставка культуры Чиму и выставка русской художницы Юлии Пелеховой. А также выставка картин, называется «Луна». Вот, классно. Тут есть центр для, вот, пожалуйста, центр для помощи безработным. Рядышком на этой замечательной улице находятся пустующие дома с проваленными крышами. В принципе, подобные дома можно захватывать здесь по здешним законам, даже жить в них. Сверху город. Вот. Это очень интересное место тут. На самом деле очень интересное. Такая смесь всего совсем. Красоты и разрушения.